Свыше 100 десногорцев пришли на вечер памяти Сергея Есенина в историко-краеведческий музей. Это те, кто неравнодушен к творчеству этого гениального поэта. Сергей Есенин – самый читаемый в нашей стране во все времена поэт. Его произведения покоряют душу людей разного возраста. Этот квартирник – это продолжение квартирника предыдущего, который был посвящен Виктору Цою. Почему именно Сергей Есенин? Ну, Цой был голосом своего времени. Есенин стал голосом не просто своего времени, он стал голосом эпохи. В нем заложена настолько глубокая мысль, что, чтобы понять эту мысль, в нее нужно прямо с головой окунуться. И на данный момент сейчас действительно не хватает вот этой душевности и по отношению к стране, там, к любви. То есть почему-то эти понятия сейчас как-то они упрощаются, забываются, и хотелось просто напомнить людям о том, как любить нужно и можно. Творчество поэта велико и многогранно, о нем можно говорить до бесконечности. Но вспоминая имя Сергея Есенина, хочется говорить о любви. Лирика этого поэта переполнена чувственными любовными стихами. Любовь к родине, к краю, женщине и родной природе. Нет любви ни к деревне, ни к городу. Как же мог я ее донести? Брошу все, отпущу себе бороду и бродягой пойду по Руси. В последние годы стихи поэта чаще исполняются романсами, лирическими песнями. Они стали популярны и среди молодежи. Их исполняют под гитару в шумных компаниях. Каждый, кто пришел в этот вечер на квартирник, открыл для всех своего Сергея Есенина. Творчество Есенина прошло через всю мою жизнь. С самого раннего детства я очень любила стихи Есенина, начиная с «Белой березы» и заканчивая «Черным человеком». И стихи Есенина поднимают мне дух патриотизма, русский дух. Если я грущу, я читаю Есенина. Если я веселюсь, я пою Есенина. Если мне хочется что-то сказать людям, а я не могу это выразить никак прозой, словами, я читаю Есенина. Также в этот вечер были подведены итоги творческого конкурса «Летопись Десногорска». Дипломом за первое место был отмечен ученик средней школы номер 4 Андрей Токарев за портретное интервью. Диплом за второе место получила Татьяна Кужениязова за работу «Моя подружка Дашенька». И третье место у ученицы средней школы номер 4 Ксении Семенюк за исследовательскую работу «История первого жилого дома нашего города». Все участники конкурса получили дипломы за участие в своих номинациях.